Теперь пора становиться модником. Смотри. Опа. Погоди. И потом такой, оп, пошел. Танцевать. Я шикарен, да? Я самый цитатный парень на районе. Посмотри. А теперь, а потом вот так, оп, спасибо. Игра начинается. Ну, мы примерно там же заспавнились, где и в прошлый раз. Так, я все еще танцую, лол. А я могу сальтухи прям здесь крутить, да? Да, по идее. Вообще, о, я реально могу крутить сальтухи. Теперь можно уворачиваться от стрельбы, типа бежишь, такой пуу! Ну да, конечно. О, у меня есть сок, это уже прекрасно. МС-4 опять, блин. Мне кажется, это говно пушка. Мне не нравится этот лут. Определенно. Ты броню хоть себе взял? Да, вижу, взял. 300. А вон, пацаны, в синем доме на... Где получается? Северо-запад. А вон один стоит, убей его, он АФКшит, видишь? Где? Не вижу. А вот тут, в этом доме, дядь. Помоги. Вижу. Помогай. В жопу ему настрелял. Манси! Дядь, убей! Они зажали меня, я убегаю. Сука, патроны кончились, все, мы приехали. Шик. Давай руками, чё как не мужики. А можно руками замесить? Там один без армора вообще. Как же он лагает, сука! Сука! Замесил! Я убил! Замесил руками, чувака! Просто лол! Ты убил? Да! Я... Блин, ты бы тоже видел, просто топ-моменты вообще. Сделайте кто-нибудь хайлайт, боже мой. Какой? Я такой просто убегаю от одного, а тут другой пацан цемка. Я как начал... Я месил чувака без армора, но, блин, он не успевал за мной просто тупо поворачиваться. Я не знаю почему. Я просто мансился этими кулаками, бил его. Он в меня ни разу не попал вообще. Это просто самый эпичный момент за всю игру. Вообще найс получилось. Да, кстати, мы в кругу, да, по-моему? Нет, там надо выбежать. Да, мы на краю круга, но... Мне бы патроны, на самом деле. Да вот армор, вот патроны. Райфл. Бери. Гоу двигаться внутрь круга. Господи, я так... Ладно, я... Справа двое бежит. Понял. Один без армора. Сука, можно я попаду хоть раз в него? Раз, убил. Попал. Хорошо. Там его друг в здании. Понял. Но друг с армором. Друг с армором. Был. Он залутан, он ничего не возьмет. Он внутри. Окружаем. Окружаем. Он да, там реально. Справа. Убьешь? Убил. Найс. Господи, просто какой же это был эпик. Найс. О, а калаш, нормально. Мне нравится. Так, армор 300, тебя коцанный, ты бы заменил. Ну, пошли двигаться. В принципе, меня все устраивает. Аналогично. Пока что. Но с патронами да, надо двигаться. Ну, у меня 170 патронов уже. Я у чувака забрал только что. 19. Ну, помимо рожона. Следующий ты забираешь патроны, короче, определенно.
Я вообще, у меня было очень мало шансов на то, что я выживу. В плане. Я просто мансил. Я вообще не понял, как чувак, что в прицел глядел все это время, он не мог развернуться, элементарно меня убить. Узиха, он был меня просто заражен. У чувака был Вольфстром вообще. Я его месил, но он был без армора, конечно, это его минус. Я типа с 5 ударов его вырубил. Блин, вот, кстати, вот эти эпичные моменты, у меня еще, блин, в Расте постоянно тоже похожее что-то было тоже. Знаешь, из лука убить чувака с калашом, там, это все дерьмо. Вот я прям почувствовал этот момент приятный такой. Так, я-то был их не главной мишенью. Не, ну видишь, когда я начал месить чувака в спину, он стал пытаться поворачиваться меня убить. Пытаться, но у него не вышло ни хера. Я чисто сзади я него мансил, мансил. Я его назад, типа, знаешь, типа, в спину ему заходил. Да, это аналогично, просто он разворачивается, я ему в спину бью. Он разворачивается, я ему в спину бью, все, типа, так и выжил. Там, кстати, вышка, например, на грани. Может, ее залутаем, не? Да, мне кажется, там на вышке просто хорошее оружие бывало. Я помню. А нет, ты туда не заберешься, только если хп тратив. Ну, у меня, в принципе, есть что это похилить. Мне кажется, там ничего не будет, бесполезно. Я рискну. Здесь ничего нет. 3 хп потерял, тут пусто, да? Так, а нет, армор лежит. Вот здесь, походу, не лазили. О, лазер-гвард, хорошо. Ну, бля, я 4 хп потерял всего, слушай. Что вообще изи. ЦР и ЗУ? Что это вообще такое? Узиха. Ага. 300 армор. 300 узиха. Ладно. Нужно бежать в круг опять. В принципе, такое, конечно, начало. Мы прям обязаны затащить эту катку. После такого. Просто мы должны убить всех. Так, стоп. Видишь кого-то? Нет, я переклеиваю. Ой, переклеиваю. Осок цепляю на калаш. Угу. А у меня, кстати, что-нибудь есть? У меня есть лазер. Не знаю, поможет ли он тебе как-нибудь. Не, лазер фуфел вообще редкостный. Блин, какого хера вечно оно переключается на вид от первого лица? Когда ты моды включаешь, типа. Оу. Оу, пахнет жареным. Да не, в принципе, оно еще пока далеко. Но он сужается. Да, блин. Сейчас в камнях застревать. В такие 17-м. Что, поехали. Надеюсь, я не сдохну тут. Чертов Скайрим, блин. Наблюдаешь кого-нибудь? Не-а. Справа, по-моему, видел движение там на скале. Или мне показалось. Подтвердить не могу. Надо двигаться. Блин, а где тут собраться-то? Ну? Можно слева более безопаснее, но и справа можно. Думаешь? Кстати, а принцип столба-то тут не работает, не? Нет. Да еще работает вполне. Не настолько хорошо.
Не-не, работает, кстати. Ну, блин, тоже как-то криво. Все, я наверху. Интересно, на каком движке эта игра сделана? На каком-то своем, походу. Хотя, может, третий Unreal тоже. Наверху нас, наверху стоит, справа. Справа, на скале наверху. Понимаю, где. Двое. А, короче, видишь вот эту бурятскую установку? Вот там наверху. Юга, там что-нибудь такое продиктуй. А, просто чисто юг. Вот там на скале стоял. Бегает вон там в скалах. Все, уже спрятался. Сейчас барьер будет двигаться, мы с тобой. Ну, гоу, бежать просто тогда. Типа, они все равно, ну, типа, они далеко, мы далеко, стреляться так себе. Так что надо в леса углубиться. Ну, там было двое в скалах, просто имей в виду, чисто на юг. Ну, кстати, так, они... Там палатка заделана, да, в палатке есть. А круг двигается уже, нам нужно идти в круг. Гоу, короче, гоу за мной. Гоу за мной, пока они друг друга убивают, гоу за мной. Мне кажется, это идеальный план. Мне кажется, это идеальный план на гору залезть как можно раньше, которая впереди нас. Ну, не знаю, рисково. А вон, пацан слева. Слева? Да, наблюдаю на холме. На холме слева, понял тебя. Видел там его последний раз. Просто на котором холме, я только не сильно понял, так много. На север который. На север, вон понял. Там один. Ну, один не такая большая угроза. На так, по нам с другой стороны уже палят. И не, вижу. Причем не один огонь. Дядь, убегай. Да, хп мало. Просто убегаем. Да сука. Попадает. Я же говорю, такой себе был вариант, но ладно. Не, ну мы сейчас добежим до скалы, и как бы у нас будет преимущество. Так, вот здесь мы сейчас должны встретить сопротивление. Где? Вот здесь, когда с холма выходить. Он, походу, нырнул в обратную часть. Бежит вдоль скалы, кстати. Да, вон, вдали, вон, прям вплотную, оба. Вплотную куда? Видишь? Нас барьеру. Вижу. Гоу, как ко мне, давай, на скалы, у нас будет преимущество. Барьер сейчас сужаться будет, кстати, вот я сейчас в барьер только зашел. Они пока нас не убьют еще. Но они прям вплотную к барьеру двигаются. Я знаю, но барьер сейчас двигаться начнет, и они будут как бы в жопе. Мне. Или нет, не по мне. Сука, они... залезь. Они там с кем-то поупаешься, сейчас, погоди. Так, я запрыгнул на скалу. Постреляй, пацану, он сзади к нам стоит, получается. Блин, где именно? Там он вдоль барьера еще один бежит. Как ты сюда запрыгнул? Так же, как на столб. В пробел отпускаешь, В пробел отпускаешь. Или пробел вы отпускаешь. Ну, короче, я думаю, принцип ты понял. Просто по очереди нажимать, подпрыгивать. Господи, а сюда как? Два тела на палатке справа. Я сейчас так очень легко откинусь. По тебе палят? Да, сейчас будут палить. Там рядом есть, смотри. На палатке справа там. Точнее, для тебя это слева будет. Господи, что за жесть. Как на столб. Давай, хайпер. Давай! Я здесь. Хорош. Там вот справа палатка, там двое сидят. Те самые, которые вдоль барьера бегали. Они немного ниже тебя бежать. Сейчас сюда выбежут, сучай. Им нужно бежать. Так, я к укрытию. Какому-нибудь хотя бы. На самом деле... Можно от них отдаляться. Тут... Ну, там мы еще кого-нибудь встретим. Камень. 20 игроков, как-никак. Не, ну, как бы... Убьем. Кстати, впервые вижу, что так много игроков живо в такой маленькой области. Да, маленькая. Ну, кстати, да, маленькая уже очень. Реально. Это все очень. Но он сейчас еще меньше станет. Да, я уже вижу. Куда он станет Предлагаю еще меньше? Прям в край сначала выбежать, повстречать кого-нибудь. Да.
опасно. Еще у меня по патронам нормально вроде все. Так, надеюсь, работает это. На краю барьера там дерутся сильно. Где? А это, походу, те палаточные. Походу, это те палаточные. По нам? Тут наверху кто-то сидит, вот прям куда я запрыгиваю. Погоди, сейчас зайду со стороны. Попробую. Тут прям наверху кто-то. Я слышал. Я не могу забраться, господи. Что за ландшафт неудавшийся? Дядь, меня сейчас хавает барьер, потому что я просто не могу запрыгнуть. Так, блин, ну... Нет, хайпер, нет! Вот сюда, вот где я забрался, вот тут. Ты сейчас будешь наблюдать... Принцип столба, нет, давай! Я спрыгну. Я выживу, но я буду с другой стороны. Так, это ты, да? Да, это я. Ты сам-то не в барьере, дядь. Да я рядом. Очень близко, я не знаю где, но очень близко. Я прям... Иди сюда! Иду. Барьер сейчас будет прям вплотную, смотри. Вот, смотри. Вижу, да. Сейчас будет минус уши. Да. Смотри просто, вот она, разве. Бляха-муха. 13 игроков здесь, что за жесть? Блин, мне эти скалы не нравятся. Скалы, мы все еще живы. Так, вот тут где-то, так, за нашим камнем где-то сидит. По-моему, кто-то. Или за холмом там ниже чуть. До сих пор 43 патрона, понимаешь? Я до сих пор не брал патроны. Блин, ну сейчас кого-нибудь убьем, заберешь. Хотя, наверное, уже не успеешь. Блин, 12 игроков осталось. Барьер будет справа. Побежали. Вдоль, здесь, походу, никого нет. Походу, да. Ох, как они друг друга убивают. Убивайте, пожалуйста. Мы должны выжить. Мы жесткие. Мы. Одного убил. Хорош, я тоже. Хорошо! Патроши бери. Ух, смотри, чего. Аптечечки! Смотри, что у него есть, дядя! Пулемет? Пулемет говно, бери, говорят. Это. Я не хочу. Я пулемет не хочу. Я возьму. Я с этого уже двоих убил. Меня все устраивает. Найс, просто они, смотри, сколько у них шмота. Я вижу все это дерьмо, крыс. Просто жесть, мать. Я первый раз. АК, дайте мне АК. Так, блядь, быстрее. Так, АК забрал. Побежали. Вон бегут, слева. Слева. Блин, сейчас встречать будем. Так, метки, быстрее что-нибудь взять. Давай за этот камень, он вроде в зоне. Он нет, рядом, не в зоне, он нет, совсем нет, рядом нет. С зоной, он совсем рядом с зоной. Вот правее еще чуть-чуть, вот сейчас в зоне, вот тут вот все. Вот это в зоне. Етить. Как же мы живем. Господи, я буду стрелять с этого дерьма. Под нами, короче, один и слева от нас один. А тебе есть что-нибудь выбросить? Куда выбросить, зачем? Оружие какое-нибудь, потому что у меня вообще нет патронов. Блин. Калаш. Если бы точно 21 патрон. Как дропнуть его? Вот он. А, точно, здесь же нельзя такое оружие выбрасывать. Лол, блин. Ну слушай, 8 игроков. Ждем? Ждем. Пока ждем, пусть друг друга убивают пока. Смотри просто, как этот. Вот, рядом! Вижу. Прям вообще. Дядя. Убил этого. Сука, его друг меня убил. Мы были близки. 4 игрока осталось. Хорошее было, как все равно. Блин, меня с ППшки даже завалили просто. Что за дерьмо? Я не понимаю, как они такой топовый лут находят, ну камон. Ну везет, я агрессора когда-то находил. Просто в палатке. Я сразу 2 ящика получил. Ну за левел ап и за место. Да. Блин, 4 килла, 495 дэмэджа. Хедшота 2. Не, это была хорошая катка. Это было самое очень хорошее. Начало. Да, начало просто вообще эпик. О.